Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать на своем канале «Обедаем дома» Светлана. Сегодня я выпекаю творожные блинчики. Вот такие подрумяненные, нежные, вкусные творожные блинчики у меня получились. Сделала я их сладкими. Начинка будет у меня тоже сладкая. Подаем со сметаной, со сгущенкой, с вареньем, с тем, что вам больше всего нравится. Итак, в чашу я отправила 300 грамм творога, 3 чайной ложки соли. Изначально отправила 2 столовые ложки сахара, но затем решила сделать блинчики сладкими и добавила еще 3 столовые ложки сахара. Вбила сюда 3 крупных яйца и все ингредиенты теперь взбиваю погружным блендером. Все хорошенько, чтобы масса творожная была однородной, гладкой. Вот такая масса у меня получилась творожная. Теперь я отправляю сюда муку. Муки у меня подготовлено тоже 300 грамм. Сразу всю муку просеяла. Добавила сюда либо соду, можно добавить пол чайной ложки, либо разрыхлителя. И эту массу венчиком, ложкой, вилкой, ручным венчиком, как вам удобно, нужно вмешать всю муку в творожную массу. А затем уже будем добавлять жидкость, у меня молоко и вода, регулируя консистенцию нашего теста. Вот так я сбила творог с молоком, творожную массу. Масса у меня еще густая. Добавляю сюда еще водички. Опять же массу хорошенько взбиваю миксером. Масса для выпечки блинов, теста наша готова. Отправляю сюда 3-4 столовые ложки растительного масла без запаха. Еще раз взбиваю венчиком хорошенько. И вот такое тесто у нас получается. Готовим сковороду, нагреваем ее, смазываем растительным маслом и обжариваем, выпекаем, как и все другие блины. Блинчики получаются ароматными, нежными, вкусными. Попробуйте их приготовить. Всем всего доброго, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!